Продолжается капитальный ремонт учреждений, которые вошли в государственную программу образования Подмосковья. В этом году масштабная реставрация проходит в 46-й гимназии и в дошкольном отделении 52-й школы. Как продвигается работа в детском саду, узнаем в нашем следующем сюжете. От старого остались только стены. В здании демонтировали все. Разбирать пришлось даже кровлю. Старые материалы не отвечали современным требованиям. Из-за них на верхних этажах детского сада было холодно. Сейчас рабочие укладывают новый эффективный утеплитель. Из общего объема 50% выполнена кровля. Новый ковер «Технониколь» премиум-класса. Соответственно, мы видим вот с правой стороны от меня два слоя гидроизоляционного ковра. Там уже, в принципе, выполнено. Активно идут работы и над фасадом. Его тоже предстоит утеплять с помощью специальных материалов. Затем начнется облицовка здания декоративной штукатуркой. Внутри помещений завершаются отделочные работы. Самое главное, что закуплено все оборудование технологичное. Это вентиляция, это инженерные системы, отопительные приборы. Идет полная реконструкция бассейна. Бассейн был закрыт в этом детском саду после открытия к 1 сентября. Бассейн заработает уже в полном объеме. Конечно, это будет здорово для наших деток, для оздоровления. Ремонт идет с опережением графика. На сегодняшний день половина работ выполнена. Уже в середине августа строители покинут это здание, а сотрудники дошкольного отделения начнут готовиться ко встрече с воспитанниками. Луиза Игиасарян, Сергей Гвоздев, телеканал ЛРТ.